В Заинске продолжаются мероприятия в честь предстоящего празднования 74-й годовщины Великой Победы. 22 ветерана Великой Отечественной войны особой категории получают в эти дни подарки от депутата Госдумы Российской Федерации Айрата Хайруллина. 6 мая поздравления принимали Леонид Мочтаков и Анна Моисеева. Вручила подарки ветеранам помощник депутата Евгения Серебрякова. Действительно, 9 мая – такой день, наверное, который оставил след в каждой практически семье. Да? Большое вам спасибо за все. Леонид Яковлевич был очень тронут вниманием и поделился воспоминаниями о военных дорогах. Воевал под Ржевом, в 42-м участвовал в обороне Сталинграда. Потом была Курская дуга. Освобождал Украину, Румынию, Болгарию, Югославию, дошел до Венгрии. Еще один подарок вручен ветерану Великой Отечественной войны Анне Моисеевой. Дай Бог вам здоровья, благополучия, любви и заботы близких. Анна Ивановна одна из тех, кто дошел до Берлина, видела своими глазами водружение советского флага на Рейхстаг. Она тоже поделилась с гостями воспоминаниями о войне. Рассказала, что и сейчас, в столь почтенном возрасте, не унывает, находит дело по душе. С каждым ветераном делегация сделала фото на память. Елена Маврина, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев. Новости Татарстана.